В Якутске волонтеры организации «Белый Бим» спасают брошенных животных. За защитники десятками привозят брошенных собак в свой пункт передержки. На произвол судьбы питомцев бросают в основном дачники. Порой намеренно создают условия, в которых четвероногие долго не протянут. С подробностями Екатерина Неустроева. Вот. Пришлось лапку вот ампутировать. Часть лапки ампутировали. Ну, был очень худой. Одни ребра, ключицы. Свою собаку по кличке Намцырь Татьяна нашла на Намцырском тракте в полностью истощенном состоянии и с капканом на лапке. В том районе, где жил пес, в основном частные дома. В одних живут постоянно, в других приезжают только на лето. А дом Намцыря оказался пустым. Владелец собаки переехал, оставив бедное животное без еды и крова. Это все должно в закон, принят закон, в котором все прописано должно быть. Ответственное отношение хозяев к своим питомцам. Какие-то, ну, не карательные меры, но все равно каждое любое нарушение требует своего наказания. Стая кошек и собак – частая картина осенью, говорит Татьяна. Кроме кабачков и картошки, она собирает и стаю собак. У Татьяны дома две кошки и три собаки. Эту жизнерадостную Джессику Татьяна нашла на улице и забрала к себе. Она была брошена еще беременной. А это Лео, собака с тяжелым прошлым. Когда он был слишком маленьким, попал под машину. Вследствие этого пришлось сделать операцию. Добродушный пес как никогда нуждается в хозяевах. Сейчас его передерживает у себя волонтер Белого Бима Анна. Ну, безответственность. Берут, не осознавая, видимо, всех каких-то трудностей. Ну, чтобы была любовь к животным. Это вообще, в принципе, любовь, мне кажется, во всей семье. И это же счастье, когда есть животные. На днях по инициативе общественной организации «Белый Бим» состоялось открытие памятника копилки. Она призвана обратить внимание на бесхозных четвероногих друзей, попавших в трудную ситуацию. Средства, поступившие на монетоприемник, пойдут на лечение, передержку и стерилизацию животных. Помогать животным, которые попали в беду. Попали в беду, это оказались на улице в основном. Зная о безнаказанности, зная об отсутствии ответственности, люди вот очень безответственно относятся к животным, то есть как к вещи. Длительная безответственность людей, способных взять собаку на 2-3 месяца и оставить на даче, не задумываясь о ее дальнейшей судьбе. Маленькие кусочки этих собачьих и кошачьих трагедий мы наблюдаем каждый день, но привычно отворачиваемся и проходим мимо. Екатерина Неустроева, Александр Слепцов, НВК Саха, Якутск.